Самая большая проблема в моторе – это насос. К сожалению, он не очень долговечный. И вот это 40 тысяч километров, даже 39. Вот так износили детали насоса. Вот мы видим. И как только… Ну вот, на плите тоже есть риски. И как только умрет насос, умрет и двигатель. Поэтому рекомендуется ставить вот такие вот тюненные плиты, тюненные насосы, которые более долговечные. Ну и желательно менять вот такие вот гидравлические натяжители на моторе Twincam 96 и последующим его сериям. Вот, поэтому, к сожалению, просто поменять насос этого недостаточно, потому что выработка еще и на плите есть, и на насосе. Поэтому обычно продается вот такой вот комплект, ставится, и никаких проблем не будет. И мотор будет долговечный, потому что много очень народу убило свои моторы из-за того, что накрылся насос. Гидравлические толкатели тоже поменять, поставить новые, потому что старые, к сожалению, тоже изнашиваются. И вот на них видны тоже риски. Вот они вырабатываются. И новые толкатели, они более усиленные, более долговечные и сильнее поджимают. И нету при нагревании сильных стуков в моторе на Харлее, когда масло становится жидким, как вода, и гидравлические толкатели не справляются, и поэтому происходит шум. Ну, вот такие вот толкатели тюненные, они убирают эти шумы, двигатель работает чисто и тихо. А так, в общем, состояние очень хорошее. 11-й год, 39 тысяч километров пробега. Complain.